В Алматы в рамках празднования Дня государственных символов прошел концерт «Менен Елем» в исполнении Государственного академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар Сазы» имени Нургисы Тлендиева. Прозвучали произведения отечественных композиторов, а также кюи и народные песни. Весь вечер жители и гости города наслаждались виртуозной игрой оркестрантов на дамбре, кобызе, сабызгы, чертере и других национальных музыкальных инструментах. Сегодняшний концерт отчетный в этом сезоне. Представили зрителям произведения наших великих композиторов, в том числе Нургисы Тлендиева. Хочу сказать, что такие концерты всегда глубоко проникают в душу зрителей, и по случаю замечательного праздника проходит данное мероприятие. Думаю, что они должны быть, ведь они пробуждают дух патриотизма и способствуют духовному развитию.